Доброе утро. Доброе утро. Оливка наша проснулась. Я уже давно проснулась. На улице, наверное, жарко. Да. Потому что в палатке жара. Да. Это так приятно. Вроде как и не очень приятно, что жарко. Да. Но когда было холодно очень, и ты не хотел никуда выходить, то это было еще хуже. А сейчас классно. Да, и можем, мы сегодня пойдем на рыбалку, будем мужлой купаться. Ну, минимум, папа сказал, ножки мочить, а максимум я не знаю. Угу. А максимум купаться. Пчелки слышу, там работают. Да. Интенсивненько. Пойдем и мы вылезем. Да, Лива? Да. Да. А, знаєш, що мама накласла, якщо це дуже жарко так, і ти це роздіваєш штани і кофту, і це, і отут, якщо тут комари, тоді вони тебе покусають. А одягнути це... Тут комаров нету, ми ж, у нас же сеточка така. Да, но если залетят... Елисей готовит себе завтрак и кому-то из девчонок, да? Ой, Оливочка дальше готовит. Еще хапот. Че читать книгу самой себе? Пойду к мужу в пасеку, буду ему читать. Взяла себе стульчик и книгу. Вот такую. Будем читать, учиться родительству. Пока я читаю книгу про эмоциональный интеллект ребенка, предоставилась возможность проверить свой эмоциональный интеллект. Дети захотели сварить вермишель с сосисками. Значит, сказали, сами будут готовить. Хорошо. Лера опрокинула кастрюлю с вермишелью, когда готовила. Все хорошо с нею, но это была проверка нашего эмоционального интеллекта. Так что держитесь и работайте над собой. Это тихо-видя. Да? Мам, и что это ты кушаешь? Пагетти, которые у бабушки Наташи кушают. Да. И яйца. Да? На собаке мы ехали. Ты такое помнишь, да? Да, и потом поехали к бабушке. Да? Я Таша показаешь на собаке. Хотя я пакетти и сосиски. Ты сказала сосиски? Ой. Сосисодные. Оливка всегда говорит сосисодные. А это... Сегодня дети готовили обед. У них все суперски получилось. Такая вкусняшка. Это Лерочкина. Она не любит помидорки. Она себе огурчики сделала. Красота? Да. Приятного аппетита нам. Нет, так как папа нельзя. Будешь мокрая. Сколько у вас рыбок? Сколько?
Сколько рыбок? Вы их отпустили? Оливия, а ты с рыбкой хочешь такую? Я хочу завести. С такой рыбкой хочешь? Я хочу. Подожди. Вот Вичка. Не понял. Да. Потеряем. Постираем? Хорошо. Не вижу твою леску. А, вон она. Мама, потерись на меня. Нету? Сорвалась? Да? Сорвалась, да. Об камни зацепилась, когда. А водички. Оливия уже жарит рыбу. Ой. А если это рыбка моя сетевичка? Рыбка. Это как раз на червячок мне лежит. О, посмотри, какая. Сейчас. А ну, ага, хай Лиси сбегает до машины подивиться, там же сумка моя лежит. Лися, ну сгоняй наверх до машины, подивись. Зачем? Сумка там в цьому в салоні лежит. Що сам? Сумка лежить в салоні. Да. Візьми ключі, ні, візьми ключі, позакривай вікна і позакривай. І воду нам принеси. Да, і воду сюди, бо вона там нагріється, так що. Рибка побіля куда-то. Ну, рибка куда-то побіля. Была поклевка хорошая и застряла кормушка где-то в камнях. У нас проблема? Что случилось? Так, куда я? Ловит рыбу. Покажи. Кого ты там словила? Рыбка! Умница!